В Караганде также с весны, как и дело Мухтара Джакишева, тянется другое разбирательство. Оно пока обходится без суда, но от этого местным политикам только сложнее. Филиал партии «Азат» выступает против секретаря городского маслихата. Он приобрел под жилье часть детского сада. Азатовцы удивляются, с какой скоростью госслужащему было предоставлено здание через 9 дней после подачи заявления в жилищную комиссию. Региональные репортеры выслушали мнение обеих сторон. Вон из маслихата. Партия «Азат» призывает депутатов разобраться с секретарем городского маслихата. Он построил себе дом на месте бывшей прачечной детского сада «Гаухар». По информации азатовцев, здание было приобретено с нарушениями. Оказание неправомерного предпочтения Бексултана УК при подготовке и принятии решения о выделении ему здания бывшей прачечной в качестве служебного жилья и дальнейшей его приватизации. Однако привлечь к дисциплинарной ответственности секретаря маслихата невозможно. Истек срок давности. Детсад Бексултанов получил в 2002 году как госслужащий, нуждающийся в жилье. По нашим документам получается, что у Бексултанова на момент получения части Гаухара у него было 3 квартиры. Оппозиция конфликтует с главой маслихата с апреля прошлого года. Тогда Кутайберген Бексултанов говорил, ему не нравится оправдываться, здание приобретено законно. Теперь он отвечает, нужно время, чтобы изучить документы. Я вот посмотрю, если вам дам комментарий, как вы будете сказать, как это стоит? А когда вы сможете, когда? Я подумал, что это стоит. В прошлом году и депутаты, и прокуратура проверяли народного избранника. Нарушений не нашли. Правозащитник Юрий Гусаков, который тоже состоял в комиссии, удивляется, почему солидная партия занимается такими несерьезными вещами. Вцепились в личность. Ну, наверное, хорошо. А что тогда ранг такой маленький для областной партии, для областного филиала? Может быть, на областного акима замахнулись бы? Для расследования есть более интересные темы, считает правозащитник. Например, проданные по бросовой цене гостиница «Караганда» или спорткомплекс «Акжултай». Да и какой недвижимостью владеют сами азатовцы, по его мнению, тоже вопрос. Ирина Бердашова, Ленар Галимов, из Караганды, Казахстан. Прошло 40 дней со дня смерти нашего коллеги Саята Шулимбаева. Правоохранительные органы до сих пор хранят молчание, ссылаясь на интересы следствия. В понедельник родственники журналиста хотели встретиться с полицейскими, ведущими расследование. Сергей Исаенко с подробностями. 40 дней прошло с момента гибели журналиста Саята Шулимбаева. День поминовения усопшего традиционно прошел в кругу родственников и близких, чтением намаза и поминальным обедом в поселке Абай, близ южной столицы. Сегодня в Симпатне тоже родственники отмечают 40 дней. И, ну, что могу дальше сказать? Ну... Между тем, о ходе расследования по-прежнему нет никакой информации. Известно только, что правоохранительные органы допросили по делу несколько десятков человек. Ссылаясь на интересы следствия, полицейские ничего не рассказывают и родственникам журналиста. Около 4 часов подряд в понедельник родные Саята Шулимбаева пытались самостоятельно добиться встречи с заместителем начальника ЖДСУского РОВД Канатом Кудиковым. Отреагировал чиновник лишь на телефонный звонок, назначив встречу на следующий день. Напомним, наш коллега был убит в ночь с 24 на 25 декабря 2009 года. Это было двойное убийство. Вместе с Аятом мертвым был обнаружен и 24-летний Шухрат Бакриев, хозяин квартиры. Сергей Исаенко, Нурлан Досмагомбетов из Алматы, Казахстан. Продолжаем выпуск. БТА-банк защищается от своих кредиторов. С соответствующим иском Казахстанский финансовый институт обратился в суд Манхэттена. Руководство БТА ссылается на кодекс США о банкротстве. Банк просит защитить его корреспондентские счета в Нью-Йорке от возможных негативных действий со стороны кредиторов. Под ними Фининститут подразумевает встречные иски по выплате долга. Накануне кредиторы предприняли попытку арестовать счета БТА в Швейцарии. Ранее иски против казахстанского банка также были поданы в России и Киргизии. По данным экс-председателя правления БТА Романа Солоченко, комитет кредиторов до сих пор не одобрил план реструктуризации, предложенный банком. Нету даже окончательно согласованного текста этого соглашения. Этот текст предполагалось завершить к концу января, но уже сейчас давно февраль, а никаких сообщений по этому поводу от БТА банка не поступало. Таможенный союз продолжает преподносить сюрпризы. Уже летом подорожает импортная обувь, а об этом заявляют участники рынка. Рост таможенных пошлин, казалось бы, на руку казахстанским производителям, однако отечественные сапожники тоже предупреждают о росте цен на свою продукцию. Не сядем ли в калошу, интересовался Алексей Рыблов.
обуют всех. Цены на импортную обувь начнут расти. Причина – создания таможенного союза. С открытием границ, увеличением ввозных пошлин, итальянские сапоги и китайские кроссовки могут стать не по карману казахстанцам. Однако рост цен на импортную обувь снизит цены на отечественную, полагают в ассоциации предприятий легкой промышленности. Экономические условия между импортерами и отечественными производителями будут выравниваться. То есть вот это с 1 июля, вот эта упрощенная декларация ввоза по импорту обуви, оно будет как бы отменено, потому что это дискриминационная мера. Казахстанские производители рады, что цены у конкурентов вырастут. Однако пошлины повысят и на сырье, а значит и отечественные ботинки, в которых из казахстанского только мех, тоже подорожают. Предпринимателей больше пугает конкуренция с Россией. Но у них сырьевая база очень сильная. У них кожевенные заводы, которые выпускают те же берцы, ту же кирзу, которая пользуется у нас на вооружении. И для нас, которые мы не имеем своих кожевенных заводов, будет очень тяжело конкурировать с ними. Предприятия кожевенной промышленности экспортируют казахстанское сырье почти за бесценок. Для выделки кожи в стране не хватает возможностей. Производство валенок в семье тоже ориентировано на экспорт. Импортная обувь полностью заполонила. Ведь перестал Казахстан брать валенки. Потому мы вынуждены отправлять его на экспорт. Иначе бы тоже комбинат полностью встал. Но мы как-то смогли удержаться за счет экспорта только. Если сейчас понадобится возможность, ну, в смысле, понадобится потребность поставлять ее на как? Да без проблем. Мы просто увеличим мощность и будем и в Россию поставлять, и в Казахстан. Пока отечественные сапожники обувают лишь 1% населения страны. Все остальное завозится из-за рубежа. У потребителей не остается выбора. Либо поддерживать российских производителей, либо переобуваться в валенки из Семея. Алексей Рыблов, Игорь Петров, Иван Сковиков и Евгений Сазин. Из Семея, Алматы, Казахстан. Популярность у валенков из Семея может вырасти еще по одной причине. В Казахстане по-прежнему крепчают морозы. Столбик термометра во многих регионах опустился в понедельник до минус 40 градусов. Занятия в школах вновь отменены. На востоке Казахстана закрыты дороги по всем направлениям. Когда за окном станет теплее? Об этом в следующем материале. Согреться у казахстанцев не получается даже в последний месяц зимы. В центре и на севере Казахстана столбик термометра опустился до минус 40. На востоке и того ниже. Здесь местами 45 градусов мороза. Казахстан будет формировать холодный сибирский антициклон, поэтому как бы ожидается ясная морозная погода без осадков. Тем временем жители регионов оказались отрезаны друг от друга. По всем направлениям закрыты дороги в восточном Казахстане. Накануне здесь прошла очередная спасательная операция. На трассе застряли два пассажирских автобуса. Было спасено 44 человека, никто не пострадал. С начала зимы в регионе проведено 15 крупных операций. Спасено более 500 человек. Несмотря на предупреждение сотрудников ЧАЭС, наши граждане игнорируют все предупреждения и окольными путями как-то выезжают и остаются в снежных заносах. На востоке Казахстана из-за сильных морозов отменены занятия во всех учебных заведениях. Из-за холодов также не учатся школьники Павлодара. Педагоги посчитали, детьми пропущено уже 28 учебных дней. Будут ли отменены весенние каникулы, сейчас решает Министерство образования. Четвертая четверть – это четверть повторения программного материала. И я думаю, что, наверное, в принципе, мы сможем уложиться. В Усть-Каменогорске сейчас 41 градус мороза. В городском зоопарке к холодам подготовились основательно. Но животные, а здесь есть даже страусы, все равно стараются больше двигаться. Да, зима суровая, но мы кормов достаточно. И животные хорошей упитанности. Зимовку они зимуют очень нормально. А вот лесным обитателям приходится намного сложнее. Высокий снежный покров не позволяет животным и птицам самостоятельно добывать пищу. Кроме того, в регионе активизировались браконьеры. Учреждения лесного хозяйства Восточно-Казахстанской области начали подкормку диких животных. Алла Степанова, Наталья Панова, Резабек Исабеков и Дмитрий Кабанов. Казахстан. Это последний материал выпуска. Мы продолжаем следить за развитием событий в Казахстане. Оставайтесь на канале К+. До свидания.